Всем привет, с вами Полиморфик. Давайте сегодня рассмотрим, что же нам принес патч 3.7. Какие мы получили новые функции и дополнения. Циги добавили несколько новых кораблей. Две вариации Вангварда, Харбинджер и Сентинел. Бану Дефендер, у которого очень сильные щиты. И эксклюзивные пушки, так как циги убрали тахионы из игры. И теперь они доступны только на Дефендере. Также добавили новый корабль RSI под названием Mantis, способный выводить своим полем корабли из кванта. После активации квантовой ловушки будет установлен пузырь диаметром в 20 км, который выбьет из кванта проходящие мимо кораблей. После того, как корабль будет захвачен, место ловушки будет показано пилоту, а пойманный корабль не сможет включить квантовые двигатели. Активация квантовой ловушки является преступлением и поднимает криминальный статус игрока, управляющего Мантисом. Большинство основных зон приземления, рест-стопы Порт Алисар и Левски, не дадут вам приземлиться после третьего уровня розыска. Гримхекс, наоборот, позволит приземлиться любому, в том числе и на украденном корабле. Добавили киоски проката кораблей. На космодромах в Лорвилле и Эрия 18 игроки могут арендовать корабли на 1, 3 или 30 дней в режиме реального времени. Арендованные корабли настраиваются и застрахованы. Появились новые прицелы и навесное оборудование. Фонарик, лазерный прицел, пламегаситель и компенсатор. По умолчанию их можно активировать на клавишу английское U. Добавлен пистолет Сальва. Это оружие обладает высоким уроном и точное на средней дистанции. У него есть функция дробовика, при помощи которого на близкой дистанции можно убить с первого попадания. Теперь на планетах можно будет найти различные предметы. Они будут собираться в инвентарь игрока. Для этого в игру добавили броню с рюкзаком на спине. Теперь можно добывать полезные ископаемые при помощи мультитула и дополнительной насадки. Все это можно найти в магазинах Ария 18, Лорвилля и Левски. Все, что вы добываете и собираете, хранится в инвентаре рюкзака. И все добытое можно продать в киосках. Принятые миссии теперь имеют опцию поделиться с другими игроками. По завершению миссии выплачиваемая сумма распределяется между членами группы. Режим зависания опять изменили. Втол теперь можно выключить при помощи клавиши J. Подпишитесь и оставляйте комментарии. Это поможет мне понять, стоит дальше продолжать или нет. Внизу под видео вы можете найти ссылку на мой инстаграм. Там я выкладываю различные концепт-арты из игры. Если вам нравится игра, но у вас еще нет Star Citizen, по ссылке под видео вы можете создать учетную запись. Или при регистрации, введя этот реферальный код, вы получите дополнительно 5000 внутриигровой валюты, что эквивалентно 5 долларам. Скоро циги устроят бесплатные полеты. Так что поспешите. До новых встреч, друзья!